Сможете ли вы пережить ситуацию, если кто-то попросит вас вернуть 2,1 миллиарда? Это окей? С финансами у нас все в порядке. Вы с этим справитесь, включая 2,5 миллиарда, которые вам нужно отдать, потому что их кто-то попросил обратно? Юристы справятся со всем, но финансово мы устойчивы. А перед началом видео я хотел бы вам посоветовать подписаться на мой телеграм-канал, который называется «Тестнеты, аирдропы, амбассадорки». На моем канале находится огромное количество постов. В каждом посте присутствует видео, как выполнять тестнеты. Вот если мы вобьем в поиск слово «тестнет», посмотрите, сколько у меня было публикаций по тестнетам. Также можно вбить в поиск амбассадорские программы, аирдропы. Советую подписаться, потому что я собираю лучший материал в интернете и публикую на своем телеграм-канале. Согласно блокчейн-данным аналитической фирмы Manson, с Binance было выведено рекордное количество денег во вторник – 3 миллиарда 13 декабря. В связи с коллапсом FTX криптоинвесторы повсеместно выводят свои активы из криптобирж. В дополнение появилась информация, что Министерство юстиции США ведет расследование в подозрении отмывки денег бирже Binance и ее основателям. Во вторник в серии своих твитов CZ подтвердил огромный вывод денег и заверил инвесторов, что Binance выстоит такой значительный отток. Если ты содержишь криптобиржу, ты должен обеспечивать активы пользователя один к одному. Пользователь вкладывает биткоин, мы содержим биткоин, перемещаем его на холодный кошелек, а что-то держим на горячем. Пользователь продает этот биткоин, он принадлежит уже кому-то еще, но мы по-прежнему держим этот биткоин у себя на холодном кошельке. Пользователи могут вывести 100% своих активов с биржи Binance, и мы не будем иметь никаких проблем. В любой момент. Если 100% пользователей выведет 100% своих активов, у нас все будет в порядке. Это очень тяжело понять людям с традиционной финансовой культурой. К примеру, банки работают на частичном резервировании. И традиционные надзорные органы могут считать, что для криптобирж это тоже нормально, работать на частичном резервировании. Но это не так. В крипто нет центробанка. Для поддержания банков, если возникает проблема с ликвидностью. Так что криптобизнес должен держать активы пользователей один к одному. И мы так и делаем. Все очень просто. Первое. Мы делаем автоконвертацию в BUSD, который выпущен не нами. Это не доллар биржи. На самом деле он выпущен компанией Paxos, имеющей лицензию в Нью-Йорке. Так что резервы находятся в Нью-Йорке. Это стейблкоин. Но проблема, которую мы ранее имели, была в том, что у нас было много различных стейблкоинов. Биткоин торговался против USDC, биткоин торговался против BUSD, USDT, TUSD и других. И для пользователя это вызывает сложности в поиске оптимальной цены. И мы решили, окей, они все стейблкоины, они конвертируются один к одному, так что давайте конвертируем это все в один. И если пользователь хочет купить биткоин за BUSD, он просто ищет и находит. А при снятии депозитов мы делаем конвертацию. И у нас есть каналы для конвертации один к одному. Но каналы, которые у нас есть, на самом деле проходят через банк, потому что для конвертации BUSD в USDC мы должны сначала продать BUSD в доллары, обналичить в банке, перевести в другой банк и купить USDC в другой компании. И в то время у нас было больше пользователей, которые вносили BUSD и пытались снять USDC. И они у нас закончились. И банк, который осуществляет конвертацию, откроется только через 6 часов, он в Нью-Йорке. И мы перестали так делать. По сути, проблема была вызвана банком. Поэтому единственное, что мы конвертируем, это стейблкоины. Все остальные активы мы храним как есть. Человек внес биткоин, мы храним биткоин. Человек внес эфир, мы храним эфир. С точки зрения надежности Binance, ты сказал, что на Binance хранится активов на 60 миллиардов долларов. Но при этом ты не назвал объем своих обязательств. И мне интересно, почему и когда ты это сделаешь? Да, мы работаем с компаниями, предоставляющими услуги финансового аудита. Все просто, Binance не должен людям деньги. У Binance нет займов, у других компаний, у других фондов, у нас этого просто нет. Вы можете задать вопрос любому фонду экосистемы, любому венчурному капиталу. У нас также нет инвестиций в венчурный капитал, так что мы никому ничего не должны. Мы также никому не даем в долг и не ждем момента их возвращения. Мы очень простая и очень самодостаточная компания. И мы управляем нашими средствами очень просто. И это очень сильно отличается от ситуации с FTX. Те, кто пострадали из-за FTX, не беспокоятся о других. И они защищали до этого FTX. Вот почему у них там были деньги. Но, будучи ужаленной одной змеей, не значит, что все остальные звери аудиторы одинаковые. Аудиторы большой четверки CZ смогут это раскрыть, если ты сможешь с ними договориться. Но, если ты говоришь, что они не хотят с тобой работать, это поднимает вопросы. Они не хотят работать с тобой, потому что у тебя нету файлов и данных, без которых они не готовы сделать финальный отчет и заверить его своей подписью. Многие из них даже не знают, как проводить аудит криптобирж. Они на самом деле не знают, и когда они проводят, в общем, они проводят аудит нашей компании. Coinbase проходил аудит большой четверки CZ?
Кто-то из большой четверки проводил аудит Coinbase? На самом деле, я не ориентируюсь на Coinbase. Мы не следим за Coinbase, и я не знаю деталей.